Тысячи людей в кроссовках, кедах и с рюкзаками за спиной. Но это не туристы-покорители горных вершин, а самое что ни на есть изысканная публика. Все они поднялись на высоту 500 метров над уровнем моря, чтобы услышать арию любви в лучах заходящего солнца. Впервые на фестивале «Тайны горы Крестовой» вершина классического искусства – опера. Долго думали, были разные варианты, и вот благодаря Медее Саниди, руководителю оперной труппы театра нашего, и Теодору Курентису, мы решили развернуть все и пойти в оперу, и посмотреть. Я переживал, но после того, как мы провели пресс-конференцию, Медея рассказала, кто будет петь, что будет, я уверен, что многие наши зрители на ура встретят. Классический балет, мюзикл, современная хореография и вот теперь опера. За 7 лет фестиваль показал лучшие произведения мирового репертуара и собрал на склоне горного хребта «Рудянский спой» более 60 тысяч благодарных гостей. Очень нравится исполнение, но все на высоте. Недавно были на Мариинском театре, был оркестр под управлением Гергиева в Москве, но это ничуть не хуже. Первый раз, нам все понравилось, очень необычно, красиво, запоминающе. Погода сегодня чудесная, нам понравилось все. Держать такую высокую планку организаторам фестиваля непросто и вместе с тем очень интересно. По секрету нам рассказали, что в следующем году предпочтение будет отдано хореографии, причем это будет коллектив не из Пермского края. Анастасия Наумова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта».